Я на Сабоне, в самом центре. Это ресторан «Белла Лиза». Сейчас мы немножко здесь покушаем, поужинаем. Такой небольшой ресторанчик, очень маленький. Больше как даже кафешка. Называется ресторан. Так, начинается здесь все как обычно со стартера. Это они приносят вам хлеб, сыр, оливки и паштет, но это все не бесплатно. То есть они будут брать за каждую штучку. В принципе, можно отказаться, но мы решили взять и покушать. Такой небольшой ресторанчик. Белла Лиза. Очень маленький. Вот он прям здесь, на улице, находится. Не, кстати, недалеко от супермаркета, поэтому мы далеко не стали ходить в этот раз. Потом покажу, что будем мы кушать. Мы заказали, так, это у нас стейк. Это мой. Муж заказал. А это я заказала себе. Это индейка с грибами. Грибы. Поэтому сегодня решила не есть рыбу, а вот индейку с грибами. Так вот. Кончили наш ужин, все поужинали, все. У меня была индейка с соусом. И с грибами. Мне понравилось. Было очень неплохо. Особенно соус с грибами. А, конечно, что касается картофельных чипсов, они были очень масляные. То есть очень много масла. Даже мой муж, он очень возмущался. Он до сих пор возмущается и не хочет платить за свою еду. Потому что у него просто все было в масле. Не знаю почему. У него был стейк. Мясной стейк. Тоже с чипсами и с яйцом, я показала в самом начале, очень много масла, то есть просто еле-еле доел, даже оставил половину, так что так, возмущаться мы не будем, ладно, но в общем так, а цены в принципе здесь нормальные, то есть если вам, вы не хотите тратить деньги, то здесь в принципе можно покушать, по-моему, где-то моя индюшка стоила около 10 евро, 9,90 или 10 евро, где-то вот так. Нам еще не принесли счет, когда принесут, уже я скажу, сколько это все стоило. До встречи. Вот это название ресторана, Белла Лиза. Вот так он снаружи. Вот так он снаружи выглядит. Прям на углу. Тут можно и на улице посидеть. Вот у него вывесочка здесь, что можно покушать. Они пишут здесь. Расценки. Прям вот на углу. Вот она, площадь Россио. Прям напротив памятника. Вот.